Это был самый обычный день. Я сидел в соцсетях и случайно получил наклейку. Не постеснялся и решил написать. Я помню, что первое сообщение было «Кофе или чай?». Так мы начали общаться. Общались друг с другом часами и ночью, потому что было о чем побеседовать. У нас действительно казалось, что много общего. Я решил позвать на свидание. Ну, первое свидание, но, наверное, самое запоминающееся. Был летний день, была очень хорошая погода, мы гуляли, потом пошли в кафе, и там уже тоже не могли наговориться. И что зацепило сразу, я увидела у него на страничке кошку, поняла, что у меня практически такая же, сразу об этом написала, и как-то это нас в какой-то степени сблизило, потому что это наши любимые питомцы, и сейчас мы с этого смеемся, что удивительно получилось. Скидываем мемы с котиками, смеемся. Спустя время я понял, что Вика — это тот человек, который полностью мне подходит, и я готов связать с ним жизнь. Я сделал предложение спустя 2 года после нашего первого знакомства. Это было на концерте под классический оркестр. Она снимала сцену, и в этот момент я понял, песня хорошая, она снимает. В этот момент я сбоку сел на колено, она выключила съемку и сказала: да, согласна. Четыре, пять лет, наверное, уже хотелось бы расширять нашу семью, поездить, посмотреть все, что есть на этой планете. Да, абсолютно согласен с Викой. Изначально интервью для себя, открыть новые страны, новые возможности. А после этого можно уже расширять нашу семью. В общем, заново, да? Не, нормально. А какие вот самые первые впечатления? Вот ты глянул, и вот... Честно сказать? Да. Когда первый раз увидел, мне показалось, что у меня недовольное лицо. Было опасение, что на это скажут «нет». Подожди. Такого не было, потому что были намеки. Так, вот это вырезать надо. Все спланировано. Это надо вырезать. Ну, могу по-другому к ним ответить. Нет, все по-честному.